Я думаю, мне хватит. Это все я собрал на одном месте. Ну вот, 3 на 3 примерно, 4 на 4 метра. Такой участок, вот я на нем это все собрал. Есть крупные, но немного. В основном все средние и мелкие. Я собирал только средние и мелкие. Там есть одна полянка, где были вот такие вот крупные. Я их не стал брать, но они хорошие, не червивые. И тут, походу, они бесконечные. Я вот столько собрал, думаю, ну куда их? Эти надо приготовить, съесть. Они так и идут, не кончаются. Вовремя приехал. Они как раз только вот такие средние и небольшие. И очень рано в этом году появились. Обычно конец сентября сейчас. Какое сегодня число-то? Так. Сегодня 27 сентября. Для этих грибов это рано они вылезли. Они обычно попозже вылазят. Но в этот год сентябрь холодный. И были пару дней дожди вот до этого. И они полезли, пошли из-за холодного сентября. Очень вкусные грибы. И прям в самый раз я приехал, собрал такие все ядреные, мелкие, хорошие.